Когда вы сидите в интернете, вы не открываете много браузеров сразу, а используете вкладки. Так вот, в терминале тоже есть вкладки. Они сделаны для того, чтобы вам было более удобно работать. Каждая отдельная вкладка содержит независимую командную строку. Если вы запустите в новой вкладке программу, она никак не будет влиять на программы, запущенные в других вкладках. И перетаскивать программы между вкладками нельзя. Помните, если вы закроете вкладку, вы завершите все программы, которые вы в ней запустили.